Тики, с вами Милес, и мы продолжаем играть в One Piece Odyssey, наконец-таки. Так что, бери вкусняшки, покушать и надевай наушники. Поехали. Так, мы остановились на том, как нам нужно найти какую-то волшебную траву, и кажется, я ее уже нашла, она светится. Это не трава. Эта трава очень вкусно пахнет. Это точно? А почему она так хорошо пахнет? Эту траву часто используют в кулинарии. Листья у нее особо вкусные. И я начинаю хотеть есть. Что-то я забыла, как их озвучивать, господи. Что-то я давно не играла и уже забыла. Ладно. Вниз? Ничего себе. Хорошо. Напоминаю, что в прошлой серии Усоп попал в плохие воспоминания под названием «Истерия». И... также Зоро попал сюда и Чоппер. Так что здесь трое у нас. Это не та трава. Хорошо, ребята, так вы летать умеете, да? А? Не вздумай нас бросать! Мы перейдем по мосту, как нормальные люди. Забавно, забавно. А где мост? А вы о чем? Будем падать? Давайте, давайте, это будет весело, наверное. Так. Сейчас бы мне хотя бы вспомнить, как я их озвучивала, как я читала текст, а потом уже думать о траве. Зеленый, красиво, давай ты поднимешься. А подняться ты можешь? Каньон Костяного моста. Так, значит, здесь есть, да, мостик. Ну, залезь. Вот, вот, давай, Зора. Зора. Мне дали играть за Усопа, но я что-то не хочу за него играть. Он слишком кринжовый. Он слишком кринжовый. Так, ты кто? Плотоядные растения, которые тут растут, очень опасны. Хотя это отличное укрытие. Может, пещера под утесом? О чем он вообще говорит? О, я... вот, на той стороне вижу какую-то траву. Давай туда. Вон, вон что-то светится. Вот, может, это она хотя бы. Не может же быть она так далеко. О, а может, и правда она? А почему не она? Она так хорошо светится, ярко. Так. А, но оттуда явно пахнет травами. Кажется, осталось пройти совсем немного. Без твоего носа у нас бы ничего не вышло, Чоппер. Да. Я не хочу на них нарываться. А-а-а! Отстань. Это не та трава, но она где-то рядом. Хорошо. Я это уже не читаю. Это, мне кажется, все почти одно и то же. Вон есть еще одна трава. Но я думаю, пропустим ее. Пропустим. О, походу на... О, это тот запах! Это травы! Отлично, Чоппер! Малыш, мы отыскали травы! Спасибо, теперь я могу вылечить мамочку! А мы сможем исправить плохое воспоминание? Да, мы вернем свою силу. Отпустите! Что случилось? Ребенка похитили? О, опять ты? А ну дай сюда, травы ищи, но... Перестаньте! Они нужны маме, чтобы вылечить мамочку! Я их так долго искал. Они стоят кучу денег. Что такое с этим типом? Он вооружен. Я ему не доверяю. Эй, старик! Отпусти парнишу! Мы их первые нашли. А вы кто такие? Валите отсюда! Эй, заткните этих парней! Похоже, они настроены серьезно. Мы тебе покажем, малыш. Где же слабое место их? А, у меня это, что это? Стоп. Ой, ой, ой. Ой. Так. Хорошо. А давай, в принципе, по нему ударим. У меня был автоматический бой включен. Так, давай по многим удар. Хорош.
Седьмой уровень, отличненько. Так, ну остался ты, мелкий. Что у меня посильнее есть, чтобы ему вмазать? Да, блин. Что ж он такой мощный? Полнил ХП, эх ты зараза. А, слабая, ё-моё. Хотя не так уж сильно и слабо. Так, давай, Чоппер, ударь. Просто ударь, хорошо его. Всё. Нам и потом усопы вылечить. Всё, мы их развалили. Малыш. А? Куда он подевался? О, вспомнила, как и звучит. Помогите! Заткнись и пошли со мной! Они забрали мальчонку и траву! Скорее за ними! Мы должны его спасти! А ну, побежали! Побежали! А ну, отдайте малыша и листового чая, пожалуйста, отдайте. Похитили прямо у нас под носом. Поверить не могу. Думаете, все в порядке? Давайте просто побежим. Так, здравствуй. Куда они пошли, скажи мне? Дайте угадаю, наверное, вы заговорили со мной, потому что хотите узнать, куда пошел подозрительный тип. Я прав? Что это с тобой? Я скажу, если вы и вправду хотите узнать. Он побежал вот по этой дороге. Значит, и нам надо идти по ней? А еще от этого человека пахло ящером Сандоры. Может быть, он изучает ящеров Сандоры, как я. Я не знаю, о чем вы говорите, но лучше быть начеку. Спасибо за помощь. Да, смотри дальше на свой кактус. Я тебе мешать не буду. А ну дай. Спиральный каньон? Что? Они нас уже нашли. А ну сдавайся, отпусти ребенка. Я дам его вам, если он отдаст мне травы. Нет, они нужны мне, чтобы лечить мамочку. Ха, тогда сделки не будет. Подожди, не связывайся с ним. Не волнуйся, Усоп. Он один. Если что, я его на кусочки порежу. Один? Ха. Или все-таки не один? Мой хозяин охраняет меня. Хозяин охраняет тебя? Такое чувство, как будто все это уже было. Опять этот крокодил с бананом? Неужто реально он? Не-не-не-не-не. Мы тогда всей командой его еле убили двух, а тут нас трое, еще Усоп это не похиленный. Готовьтесь к смерти. Этот смех и этот поворот событий. Они что, как связаны с главарем бандитов в пустыне? Ты просто готовься к бою. И не приходи ко мне ныть, если тебя сидят. Зятя хозяин. Серьезно. Что происходит? Я чувствую, что становлюсь сильнее. Я тоже усоп. Я не знаю почему, но чувствую необычайный прилив сил. Неудобно, конечно, перед ящерицей, но нужно себя испытать. Тут ты прав. Да. Изучена ловушка, изучен прием связи. Так. Прием связи — это мощные особые навыки, доступные благодаря связи между членами команды. Они могут наносить врагам значительный урон и давать вам серьезное преимущество во время боя. Иногда они позволяют даже игнорировать ограничения зон при атаках. Активация приема связи использует заряд связи, действия, которые укрепляют между членами команды. Связь вроде боя в одной зоне или зачистка противника в зоне члена команды повышают заряд связи. Так, давай-ка прием связи. Цена заряда связи. Давай, что это будет? Вперед, Зора, Чоппер. Оп.
А ему хоть бы хны. Меня вот меч чешется. Так, цена заряда связи левел 1. Ага, 1400. А тут сколько ты можешь нанести? Ага. Ну давай. Давай пока ты сам попробуешь. Да, придется бить по-серьезному. Что у тебя есть? 1200? Давай. Давай, давай. Неплохо, неплохо. Еще один член команды пал в бою, можно с помощью некоторых видов еды. Если кто-то из персонажей пал в бою, по его окончании он будет воскрешен с одним хп. Если вся команда повреждена, игра заканчивается, вы вернетесь на начальный экран. И все, игра с самого начала. Еда. Оживляет павшего союзника. Чоппер. Чоппер, пожалуйста, оживись. Спасибо, утёп. Утёп или утёп. Блин, жесть какая-то. Яблочки, яблочки. Мы его так не убьем. Мы его так и не убьем, блин. Давай связь. Давайте связь снова сделаем. Все вместе. Отлично. Можно еще одну связь сделать, и все будет замечательно. Давайте еще одну связь. А, нельзя. О. Давай, 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 1200, прыть, сопротивление, давай тогда прием связи, как раз потратим последнее. Отлично. Сейчас я покончу с этим, и навсегда, короче, покончим. Так, что можем сделать, что можем сделать? Давай. Так, осталось совсем чуть-чуть, осталось совсем чуть-чуть. А, давай-ка, может, я вылечу кого-то. Давай я Чоппера вылечу. Исцеляет 50 хп одного члена команды, снимает негативный тон. А, давай восстановим хп Чопперу. Ой, Усоп. Он все равно плохо сейчас бьет. Чоппер. Драконий смерч, удар демона. А давай. Есть, чуть-чуть осталось. Я стал сильнее, и все. Отлично, хпшечки. А уровень. Нет, есть Шерсандоры. Эй. Все-таки хочешь драться? Пожалуйста, пощади меня. Цикло. Все в порядке, малыш. Да, спасибо. Позаботься о своей маме. Обязательно. Ну, мне пора. Спасибо тебе большое. Мы прошли. Плохие воспоминания. Наконец-таки яркая картинка. Усоп, Зоро, Чоппер. Похоже, вы исправили плохое воспоминание. Ага. Что исправили, то исправили. И все-таки было что-то странное в сражении с той ящерицей. Не пойму, что? Я тоже почувствовал. Да, и я. Лим, может, ты что-нибудь знаешь? Может быть. Не было ли между вами какой-то связи? Связи? Похоже, вы лишились не только воспоминаний, но и связей. Я не совсем понимаю. Связь? Не догоняю. Лим, а есть еще плохие воспоминания? Да, наверняка есть. Значит, нужно исправить все, какие найдем.
В следующий раз я точно пойду, иначе нечестно, почему только у этих троих были приключения в расщелине. И это твоя причина? Отлично. Отлично, мы исправили плохие воспоминания. Так, а теперь продолжаем искать, что там, верблюда с длинными ресницами, по-моему. По-моему, нам нужен верблюд с длинными ресницами. Так. Да, нам нужно переправиться на ту часть. Давай. О, давай сразимся. Ой, сильно надо его. Так, давай гатлинг. Резиновый. Хорош. Нам же надо прокачиваться. Что-то мы плохо, на самом деле, уже сражаемся. Какие-то сильные враги. Да не трогай ты моего чопера, зараза! Все. Отлично, нам дали опыт? Ага, хренушки, нам дали опыт. Не дали нам никакой, блин, опыт. А тебе-то чего? Ой, господи, вас так много, я аж, ну, не знаю, что с вами-то делать. Так. Давай поменяем чоппером и его. Так, чоппера и тебя поменяем. Ладно, давай поменяем... Чоппера? Блин, я не могу поменять их. Ладно, здесь нужен ближний... Ой, нет, здесь какой-то другой нужен бой. Давай вот так вот сделаем хотя бы. Вот, отличненько. Так, что у нас здесь? Давай просто атакуем. Фига себе, они, блин, снимают. А... Нами? Давай, прогноз на всех, как обычно. Так, чоппер, мне тебе надо убирать отсюда, пока ты не откинулся. Давай самый сильный удар на него. А то я боюсь за чоппера нашего. Отлично. Так, заряды связи растут, это хорошо. Так, что ты у нас можешь? А, все, он сдался, что ли? Неплохо. Мне еще волнует вот на карте. Вот. Вот там у нас есть верблюд справа, вот там у нас есть краб. А, лавка Лоиса, Краби Порт. А-а-а. Понятно. Тогда нам это и не надо, в принципе. Ух ты! Это же костяной монстр! Мост. Это какого животного кости? Кости. Скорее всего, либо ящер сандолор, либо банановани. Вообще-то да, пожалуй, и те, и другие примерно такого размера. Да, нормально. Может, какой-то динозавр. Ой, господи, ну отстаньте. Хотя, ну ладно, давай посражаемся. Давай просто включим эту тактику. Бой в автоматическом режиме. Давай, вот, просто посидим, посмотрим. Хорошо, что делали такую функцию. Просто, видимо, даже тот, кто хочет просто посмотреть сюжет, он может не сражаться. Просто это, типа, скипать. А тот, кто хочет сражаться, тот уже будет сражаться. Вот, может, сейчас посмотрим их тактику. А, у вас есть денежки? Вот, удар по всем. А вот и все. Быстренько. Деньги, экспулька. О! А вот и левел поднялся.
Это хорошо, это нам надо. Это нам надо, а то что-то мы как-то, знаешь, ну вообще не очень. Первый раз в жизни я так долго иду по пустыне. Все в порядке, Лим. Хочешь отдохнуть? Нет, все в порядке. Так, Ладно, пусть они сражаются. Чего уж там. Так быстрее, думаю, будет даже. А кто я? Вот. По-моему, они должны были закончиться ТП. Вот, у него уже ТП нету. У него все ТП тратят. А, все, они испарились, сбежали. Ой. И 140 экспы. Всего 140. Покиньте руины. С удовольствием. С удовольствием. Мне здесь не нравится. Что-то пустыня меня уже не радует. Давайте что-то более интересное, красочное место. Мне не нравится место, в котором он сейчас находится. Да плевать, мы с ним разберемся. А вот и другой берег. Какой вид! Да, кости, камни, мертвые деревья и бескрайняя пустыня за ними. Ну да, по отдельности смотрится не очень, но, как ни странно, все вместе производит сильное впечатление. Да. А, хватит, давай я посражаюсь тоже. Подожди, подожди. Да стой! Да подожди! Я хочу сражаться, стой! Похоже, мне больше никогда не дадут сражаться. Во, все, отлично. Нет, да, нет. Все, они спасаются бегством. Так, все, да, хпшек нам, экспульки нам не дали, ладно. Так, вот что здесь? Мы до сюда дошли тогда? И все. Купьяя? Тупик? Нет, похоже, мы можем пробраться наверх. Это что? А, это для чоппера. Господи, опять ты? Ой. Эй, все в порядке. Мой живот. Только не этот тип. Пожалуйста, мой живот. Ага, я спасен, никогда не ел ничего вкуснее, чем энергетическое яблоко. Тебе правда нужно быть осторожнее. Мы же не всегда будем поблизости. Я вам очень благодарен за помощь, но разве мы с вами уже не встречались? Что? Ты серьезно? Мы уже с тобой виделись на Нохане, верно? О, теперь я понял. Вы видели моего кузена Джо. Кузен? Да, я Джош. А, есть такое дело, мы все очень похожи. Да, просто одно лицо. В любом случае, я вам очень благодарен. Вот примите небольшой подарок. 3 тонизирующих яблока. Мама дорогая, да чего же надоедливая семейка. Согласна. Мамочки, божечки. Кошмар. Не хочу я встречать. Эй, там. И здесь тоже бандиты. Да-да. Ну ладно. Справимся уж, что там. Только дайте мне посражаться, пожалуйста. Отлично, все. Все. Я могу сражаться. Давай, удар по всем. Они как раз кучкуются. Прогноз. Молнию. Вот такой вот прогноз. Так, 5-й уровень. Ай, чопперка, чоппер. Нам надо излечить. Во-первых, нам надо поменять чоппера. Так, чоппера хотя бы поменять... Зоро. Да. А знаешь почему? Знаешь почему? Ну, я не знаю почему. Вот так вот делаем просто. Ладно, просто надо полечить. Так. Так, Луфик. Не будем тратить много ТП, у нас уже мало. Потому что если встретится босс, мы не справимся.
Так, а теперь нужно полечить. Давай-ка ты себя, наверное, полечишь. Молодец. Так, все, бьем обычными атаками, чтобы пополнить ТП. Все, и ТП, плюс ТПшечки. Отлично. Икс-пулечка. Все, замечательно. Они легкие, но нам надо прокачиваться. Потому что это не делает ни дело, нас начинает разносить. До этого мы всех разносили, а теперь нас. Все в порядке, Лим? Хочешь отдохнуть? Спасибо, я в норме. Так, сейчас мы на них отыграемся. Нет ни малейшего желания это затягивать. Будет проще, если действовать с ним вместе. Ага. Ох, какой удар-то! Красивый. О! Класс! Освободите область. Бонусное что-то там, Зора. 1600! Нифига себе, сколько. Но что-то они у нас не прокачиваются совсем. Мне это уже не нравится. Так, ну, полезли по лиане этой. Так, ну, здесь нам нужен этот... усопик. Так. Яйца. Берем. А, это трава неудачи. Прекрасно. Теперь у нас есть трава неудачи. А, нет, я возьму Каусопи. Ой, Луфи. Всех путаю. Я сегодня всех путаю. Невообразимо. Здесь что-то очень много врагов стало. Вот. Ух ты, а что это такое огненное, а? Так, давай. Отлично. Так, пора бы нам и других восстановить полностью. Например, подожди. Стойте, стройте, дайте нами поиграться. Вот. Плюс 77 ТП, хорошо. Так. Так, посмотрим, посмотрим. У тебя нормально все? Может, боевая команда? У кого ТП плохо? Ага. Давай-ка я тебя поменяю на Усопа. И мы будем ТП поправлять, пополнять. Вот так вот. Вот, 48 ТП, отличненько. Так, давай, бьем. Четыре, отлично, отлично, потрясающе. Вот как надо справляться. Вот теперь мы разносим всех и вся. О, Луфи, он что-то похилился сам, молодец. Так, там еще один остался или все? Заряд связи, 9-й левел, ё-моё. Они все нас боятся. 1470, нормально. О, 19 уровень, Луфи. У нее 18, 18. О, все отлично, пошло дельце, отличненько. Хорошо. Вот надо в том же духе с ними сражаться. У нас сегодня серия «Сражаешься и сражаешься». Без этого никак. О, тут можно устроить вечериночку. А, стой, я сохранение. Я продался, где еда? Ты только идеи думаешь. Погоди, я что-нибудь придумаю. Я вообще не хотела сейчас вечеринку устраивать. Ну ладно. До Рейнбейс осталось совсем чуть-чуть. Мы скоро увидим Виви. Интересно, удивится ли она, когда увидит нас? Да, мы же выросли за последние 2 года. И одевались мы тогда совсем по-другому. Не стоит об этом беспокоиться. Люди в Мемори будут видеть вас так, как вы ничуть не изменились.
Если вы все еще люди. Я всегда был северным оленем. Что такое Нами? Что такое Нами? На юге пустыни только что прошел торнадо. Ну и что, это же пустыня. Здесь постоянно торнадо. Атмосферные условия совершенно не соответствуют торнадо. Возможно, это делает крокодил. Он целится в Юбу, но она на юге. Там базируется армия повстанцев. Юба — это тот город, куда мы отправились с Виви. Крокодил наслал на Юбу песчаную бурю, чтобы загнать в угол армию повстанцев. Вот почему Юба занесла песком, хотя раньше там был оазис. Какой ужасный поступок. Не беспокойтесь, этот парень не сдастся какому-то там песку. Юба? Вы так вот оттуда знаете, да? Друга Виви, девушки, с которой мы должны встретиться. Он без остановки откапывал оазис, занесенный песком. А Виви... Она пыталась спасти всех людей, которые, как и он, пострадали из-за крокодила. Виви всегда пытается справиться в одиночку. Если мы ей не поможем, крокодилище ее убьет. И я не дам этому случиться. Да, хоть это и не настоящий мир, мы все равно должны помочь Виви, несмотря ни на что. Да, потому что Виви наш друг. Надо спешить, Виви слишком опрометчивая. Да. Друзья? Друзья. Так, а вот и наша вечериночка. Что у нас тут новенького появилось? Давай посмотрим в энциклопедию. Журнал Мемори. Ага, пока но ничего нету. Вот тут куча всего, куча всего. Это растение распространяет яд, чтобы ловить добычу. Если поблизости добычи нет, они бывают настолько агрессивны, что вытягивают корни из земли и отправляются на поиски еды. Блин, это столько всего на самом деле. Не хочу. Слишком много информации. Не нужно. Вы никогда не слышали рев ящера Сандоры? Они обитают в этой пустыне. Говорят, из-за особых вибраций в этом реве их добыча испытывает головокружение. Так, а здесь мы можем, наверное, переодеваться. Ладно, пока не будем переодеваться. Ну, я думаю, на этом мы приостановимся и продолжим играть уже в следующей серии. Так что, если хочешь продолжение, поставь свой царский лайкосик и напиши приятный комментарий. И все ссылочки в описании. Всем пока-пока.